Доброе утро. Каролин, ты куда лезешь? Каро. Ты упасть хочешь? Вот сейчас как повернется стул. Сегодня какое утро? Солнечное утро. Кто это тут лежит? Это кто это к нам в гости пришел? Ой, колесико поломалось. Он не пришел, я его принесла. Ты его в гости к нам принесла? Ты такой сладкий мальчик. Ты такой голубоглазый мальчик. Сладкий такой. Ему можно линзы? Пушистый. У него линзы. Какие линзы? У него свои глазки такие. Красивые, особенно на солнышке такие. Голубые-голубые, как небо. Да, Бакс? Боксёныш. Сладкий такой кролик. Ты красавец, да? Ты такой толстенький. Помнишь, он какой был? Маленький такой. Такой комочек был маленький-маленький. В два раза меньше был, даже не в два раза меньше был. Вот такой вот. В два раза? Где-то в три раза меньше был. Такой малюпусечка. А сейчас такой вырос. И не такой толстый. Сейчас такой вырос кабан. Ты кабан. Ты не кролик, ты кабан. Да? Кабанчик. Он сильный. Смотри, у него живот здесь. Он раньше спал. Какое пузяка. Он раньше так спал. Да, он раньше так очень любил спать на спинке. Так его возьмешь, он лежит на спинке. Хорошо ему. Засыпает. Да, Бакс? А теперь нет. А теперь не нравится. Животик трубит. Баксен. Сладкий мальчик. Ты сладкий мальчик. Такие лапки у тебя мощные, такие, как треснет этими лапами, дуч, улетишь. Заряцуя. Сейчас как даст он тебе лапой. Видишь, не нравится, побежал. Пусти, он домой знает, где домик, отпусти, пускай побежит. Он знает, он добежит. Он знает, где у него домик. Все, убежал? Прыгнул на диван. Все, поел? Дай быстрее, я выброшу. Осторожно, куда ты его крутишь? Здрасте, мадам. Фу-фу, вы что, кушать не хотите, что ли? Да ты что, тебя не позови, ты не придешь. Ксюшка уже проснулась. Ксюша у нас сегодня, пока мы гуляли, Ксюша уснула, да? Ксюше спать захотелось, а мы гуляли на улице. Все, а кто это на пол кидает? Свинюшка. Тебе холодно, что ли? Ну ты свинюша. Так, Маргош, давай я тебе супчик дам. Сейчас Марго покушает. Марго покушает. Кушай давай. Кстати, в курсе, что у Вики Шоу разблокировали канал? Нет, вот который не заблокировали, а разблокировали, который был удален. Вернули канал опять. Круто! Классно, да? Но у них там это... Вот я заходила. Им канал вернули. 1 915 000, почти 2 миллиона. Но у них видео... Последнее видео... А, нет, все нормально. Сейчас... Вот это последнее было видео. Сейчас опять появляется. Видимо, они восстанавливают потихоньку.
Видишь, последнее видео у них, которое было неделю назад. Потом 3 месяца, потом 4 месяца. Короче, поудаляли очень много видео, заблокировали. Заблокировали очень много видео. Ну, хоть канал вернули, да? Повезло. Угу. Повезло. Ну, хорошо. Мы сегодня с Маргаритой снимали видео для ее мюзикли. Снимали замедленное slow motion. Где у нас тут, короче, вот это вот у нас получилось. У нас подружка со своей. Колесо делали. Так, получилось. И еще делали вот это вот, переворот. Еще несколько месяцев после рождения волосы совсем не росли. Теперь вы знаете, как бы выглядели кролики без шерсти. А конкретно с этим кроликом все в порядке. Через несколько месяцев он все-таки покрылся шерстью, как и все остальные. Сейчас мы еще музыку вставим. А, вот еще такое. Шарик полный воды. Смотри, как лопнет сейчас. Оказывается, распространено заболевание, в ходе которого они теряют шерсть. И все на тебя. И смотри, как ты испугалась. Пу! Видимо, шарик слишком был полный. Ну ничего, Маргарита потом побежала, переоделась быстренько. И так холодно было. И еще здесь вот это вот она снимала, на качели она прыгала с качели. Вот. Сегодня я еще с моей подружкой снимала. Это она на свой канал выложит? Да. Угу. Где я каталась на качели, и потом я услышала крик, и потом побежала вниз. И потом... Посмотрим, а когда она выложит? Сегодня? Да, она уже. Да, сегодня выложит. Выложит, хорошо. Так что мы сейчас будем делать видео на мюзикли. Так. Кстати, мюзикли Маргариты. Ой, сейчас покажу. Мюзикли. Вот. Вот он, мюзикли Маргариты. Кто не знает. Вот Ксюша. Тут у нее видео, здесь вот это вот последнее у нее. Так, еще ребята спрашивали, есть ли у девочек лайк. Да, вот у них есть лайк. И здесь у них один канал на двоих. Вот так вот он называется. Да, сестрички лайф так и называется. Здесь вот подписались еще 10 человек сегодня. Так, какое еще мы сделаем? Марио! Никан. Марио! Давай Марио и Николь сделаем. А знаешь, как можно? Можно распечатать Марио. У папы же есть принтер цветной. Зачем рисовать? Распечатаешь и вырежешь Марио. Его. Да, Марио. И Йоши. Мама, ну на один куиши. Есть куиши. Так, девочки, что у вас здесь за бардак? Так, ну нам еще нужно его оформить. Видите, он только-только-только открылся. Он еще совсем-совсем свеженький. Короче, в общем, ребят, мы подумали, выбрали такое название, пересмотрели все и решили назвать M&K Family Vlogs. Потому что, думаем, если напишем Маргарита и Ксюша Family Vlogs, это очень длинное, решили сократить это вот название. M&K Family Vlogs. Потому что этот канал у нас в основном будет семейный. Да, он у нас будет семейный. Мы туда будем записывать в основном влоги. И... Да, кстати, мы сюда уже начнем, наверное, мы еще даже до Испании сюда начнем загружать. А когда мы поедем в Испанию, на этом канале будут выходить видео каждый день. Каждый. Мы постараемся, чтобы они выходили каждый день. Мы вам будем показывать то, как мы отдыхаем, что мы делаем. Ну, в общем, все. Так как у вас летние будут каникулы, вам будет очень скучно. И чтобы вам было весело, мы будем снимать для вас влоги. Веселые.
смешные, классные, яркие, да. Поэтому подписывайтесь на вот этот канал. Я так думаю, что он уже будет на YouTube, уже можно будет его найти, но ссылочку обязательно оставим сейчас в описании, в комментариях, везде, чтобы вы не потеряли. Сейчас мы его оформим, поменяем фотографию, сделаем шапку. И знаете что? На этот канал я загружу некоторые видео. Знаешь, какие? С Испании, с прошлого года. Но я их немножко изменю, чтобы нас, ну, не заблокировали, да? Кадры, которые вы там в купальниках, в бассейне, все такое. И оставлю только те моменты, которые вот... которые можно, да? Потому что не все видели. Мы сейчас эти видео, они у нас остались на канале Сестрички Лайф, но мы их закрыли. Мы их не удалили, мы их закрыли, потому что нас предупредили, что, возможно, удалят... Что ты делаешь? Что? Поэтому многие не видели эти влоги, и вы увидите на этом канале. Ну что? А девочки хотят делать сквиши из бумаги. Я вообще понятия не имею, как это так можно. Вот там внутри должен быть пакет. Точно такой? Может, другой пакет нужно? Точно такой. Может быть, там, который больше шелестит, который наверху висит на стене? Можно выбирать какой пакет. Можно и вату, можно все. Так он же под бумажкой не будет чувствоваться или как? Я вообще понять не могу. Нет, смотри, бумажку мы закроем скотчем, чтобы да. оно не так как ты через бумажку сможешь чувствовать, что это скуище? Это же он же мягкий должен быть. Мягкий будет. Так бумажка же жесткая. Нет, наша бумажка не жесткая. Короче, я ничего не понимаю. Давайте делайте, тогда увидим. Давай свет включим. Вот у нас здесь лампа такая, это огромная. Сейчас мы ее подключим, потому что у нас очень темно. Так, да будет свет, свет, во, все, теперь видно. Ксюша будет делать Марио, а я уникорн. И Йоши. Что? Йоши. Йоши, что такое? Который яйца из пупы. Да, ага. Этот, который яйца из пупы пуляет. Угу. Так, ну что, давайте занимайтесь своим сквиши, я буду делать дальше. Мне нужно загрузить фотографии, нужно сделать шапку. А где нам? На моем телефоне, а у меня на телефоне нет опоры. Маргарита хитрая. Сама рисуй давай. Сама рисуй. Ты наклеила, главное, на компьютер, сидит, срисовывает. Молодец! Молодец! Ну что там у тебя получается? Кармашек? Ну что, теперь туда нужно пакет засунуть? Угу, порезать и пакет засунуть. Ну, попозже своего не делаю. Почему ты не вату внутрь? Потому что я вату не хочу, я хочу пакет. Вот это что? Сейчас я доклею, но не до конца, потому что мы же еще будем набивать. Так, я все об... Теперь мне надо еще вот этот обклеить, это ушко здесь. Вот я уже порезала пакет, но не весь, потому что мой единорог, он еще маленький. Да, такой маленький. Сейчас мы попробуем затолкать вот эти... Запихать. Да, запихать или... Ну да, наполнить его. Сейчас мы увидимся. Все, готово, да. Твой скучи. Ну-ка, да. Потрогаю. Скучи. Я только слышу, что... Ой. Я только слышу, что шумит бумажка. И мягкая. Вот это вот... Все? Да. Это скучи? Да. Ё-моё. Скучи. Обалдеть. Обалдеть. Мой маленький получился. Ух ты! Ну это сложно, Ксюшечка. Видишь, да. Как ты потом будешь заклеивать? Да, смотри, у него здесь руки, и вот это все. Ты как ты должна заклеивать? Сделай. Нужно что-нибудь попроще. Ютуб. Потом завтра сделаем. Давайте сейчас спать уже. Я хочу синтепоном. Синтепоном? У нас нет. Откуда ты его возьмешь? Да, есть. Сережки с какой-нибудь вытащить. Ты вытащи из лошадки. А вот с этого жирафа, он там дырявый, можно вытащить. А, давай. Ну, завтра сделаем, хорошо? А сейчас уже спать. Ура. Давайте. Идите, зубки чистите, ложитесь спать. Мам, да. У этого уникорна не было ротика. Я нарисовала ротик.
Молодец. Такой крутой. Чё? Спокойной ночи. До завтра. Пока. Ух ты, у тебя тут облачко. Ой, звёздочка. Звёздочка. Всё, спокойной ночи.